Друзья, привет! Скоро у нас, между прочим, праздник, 12 июня, День России. Знаете ли вы, что это за праздник? Отмечаем. А знаете его историю? К сожалению, нет. Да нет. Нет. А знаете его исторический смысл? Нет. Нет. А знаете его историю вообще праздника? Ну, уже подзабыл немножко. Да. А историю праздника знаете? Историю праздника? Знаю. Да, я отмечаю День России. А историю праздника знаете? Ну, не очень. Нет. А историю праздника знаете? Нет. Обязательно. А историю праздника знаете? Знаю, знаю. Какая? Не, вот эти сейчас мне дорогу рассказывали. Два бомжа. Буду, наверное, работать. А историю праздника знаете? Нет. День России отмечаете? Конечно. А историю праздника знаете? Нет. Нет, не отмечаю. А историю праздника знаете? Представляю. Хорошо. Здравствуйте. День России отмечаете? Молчи. Трэш. Это трэш. Так нельзя себя вести. Так нельзя. Я запрещаю. Да, пойдем в парк с детьми. А историю праздника знаете? Нет. В этом году, наверное, нет, потому что уеду из города, свадьба у родственников. А историю праздника знаете? Если честно, нет. 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 Отмечаем, наверное. А историю праздника знаете? В смысле, нет, вообще не знаю, почему и для чего он существует. Нет. А знаете историю праздника? Думаю, что нет. Отмечаем. А знаете историю праздника? Нет. Да. Наверное, отмечаем. А знаете историю праздника? Так, Никита, теперь ты. Нет, пожалуй, нет. Он будет в выходные. А историю праздника знаете? Нет. Как-то нет, не отмечаем. А историю праздника знаете? Ну, связано с Петром Первым, да. А как же? А историю праздника знаете? Почти. Отмечаем. Нет. Уважаю этот праздник. А историю праздника знаете? Знаю. Да, отмечаю. А историю праздника знаете? Историю праздника я мало что знаю. Отмечаю. Нет. Конечно. А историю праздника знаете? Извините, нет. Нет. А историю праздника знаете? Нет. Нет, к сожалению. А историю праздника знаете? Нет. Нет. А историю праздника знаете? Нет. Отмечаем. А историю праздника знаете? Угу. Да, особенно как-то не отмечаю. А историю праздника знаете? Нет, не знаю. Конечно, это же День России. Нет. Да. Отмечаю. А знаете историю праздника? Историю? Да нет, так не знаю. Да не особенно. А историю праздника знаете? Нет, не знаю. Вот такое мнение мы встретили на улице. А вот что отвечали люди в нашем онлайн-опроснике в группе ВК «Зато новости». Итак, 23% знает и отмечает, 5% не знает, но отмечает, 17% не знает и не отмечает, и 55% – самый большой результат – знает, но не отмечает. Вот так вот. Спасибо вам за просмотр, спасибо, что ставите лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал, на нашу группу ВК. Вот и все. Пока.